Его Донна Анна, девушка с фотографии, ждала ли она его вечно, как они пообещали друг другу? Почему нет? Печально, но я вынужден признать, что мой последний пациент, величайший любовник в мире Дон Жуан де Марко, страдал от романтицизма, который был абсолютно неизлечим. И что еще хуже, он оказался очень заразным.